Аномальное для конца января тепло надвигается на центральную Россию. Влияние циклона из Атлантики уже ощутили на северо-западе, где все началось с сильных снегопадов. Перепады температур составят больше 10 градусов. Например, в Москве уже сегодня 0-2, завтра может потеплеть до +3. Не исключено, что будет побит исторический рекорд для 28 января. К воскресенью столбики термометра поднимутся до +6. Сегодня активные атмосферные фронты окажут влияние на погоду большинства центральных областей. Пройдет снег в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях. Мокрый снег, ожидается гололед и усилится ветер. На западе центрального региона возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение дня резко повысится до 0. И такая теплая погода продержится дней 10 до конца января и в первой пятидневке февраля. Синоптики прогнозируют усиление ветра, туманы, гололедицу и обильные осадки. Несколько часов этой ночью снег шел в столичном регионе. Из-за этого в московских воздушных гаванях были отменены около 100 рейсов. Сложные ситуации на дорогах. В ГИБДД призывают водителей быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.